Приветик, приветик. Так и хочется сказать словами Самвела. Мои дорогие, мои любимые, мои хорошие. Но я по-украински так не произнесу. По-украински звучит это намного лучше, чем на русском. Всех очень благодарю новых подписчиков на мой канал. Всем желаю приятных просмотров. Я очень рада, что у меня новые подписчики. Всем желаю хорошего лета, хорошего настроения, всего-всего-всего, самого-самого-самого хорошего. Welcome, welcome, welcome. Спросили меня, вот хочу поотвечать на вопросы, пока еду. И попросили показывать улицы. Сейчас я поверну камеру на дорогу. Где интереснее и удобнее жить, в Англии или в России? Лично по вашему мнению. Ну, конечно, я могу выразить только свое мнение, потому что все люди разные, всем разные, и всем кому-то нравится в России жить, кому-то в Америке нравится жить. Вот. А мне нравится жить в Англии. Я считаю, что человек должен быть свободным и свободе должен иметь свободу выбора, где жить, как жить, ну и так далее, да? Вот, допустим, ну, мне, я могу сказать только, конечно, свое мнение, мне нравится здесь жить, интересней, да, интересней. Я постоянно узнаю что-то новое в Англии, что-то мне, ну, мне интересно. То есть я интересуюсь всем абсолютно, и мне нравится то, что я не устаю любоваться на то, что здесь все так зелено, все достаточно чисто, вежливо. Мне нравятся англичане тем, что они очень такой мягкий народ. В плане в том, что мне недавно писали, вот здесь, там, я не поняла, только в Испании это или во Франции. Нельзя ярко одеться, то, что на тебя могут тыкнуть пальцем, ну, там, что-то сказать, оглянуться, вот, абсолютно как в России, да. В Англии такого никогда не увидишь, не услышишь, даже, ну, не знаю. И вот народ одевается абсолютно свободно, вот, кто во что горазд. Есть вечеринки, когда молодежь собирается, допустим, куда-то идет, out, то есть вечером куда-то они идут, и они все надевают одинаковые футболки или там что-то, вот какие-то одинаковые детали на себя цепляют, наряжаются и идут толпой. Вот, потом могут отмечать там свадьбы, девичник, невеста наряжается, и все там что-то. Ну, в общем, здесь очень свободно себя человек чувствует, я считаю. И удобно в плане в том, что, допустим, с британским паспортом ты свободен ездить везде, и не нужно ставить визы, не нужно заморачиваться по поводу поставить тебе эту визу или не дадут тебе эту визу. Вот. Нужно взять только билеты, оплатить отпуск там или просто билет и лететь куда хочешь. В Европе британцы работают также свободно, можно работать где, в любой стране. Вот, и многие британцы работают по разным странам. Это вот удобно. Удобно. А что еще удобно? Ну вот к хорошему как-то быстро привыкается, и потом вот сравнивать, конечно, сложно. Ну, в принципе, я хочу сказать, что да, мне здесь интересней и удобней жить именно вот тут.
Так, далее. Насчет российского сервиса. Конечно, многие возмущаются и там российским сервисом, и что все это невежливо и так далее. Но я что хочу сказать. Вот я была в прошлом летом в России была, и меня очень удивило то, что когда мы пришли в Сбербанк, там было обслуживание просто на высшем уровне. Абсолютно по-западному. И даже у них лежали какие-то такие зелененькие, я помню, что-то, какие-то жетончики, и вот и коробочка, копилка типа. И вот если тебе понравилось это их обслуживание, ты бросаешь туда монету, этот жетончик берешь и бросаешь в эту копилочку. То есть они собирали какие-то очки по этому поводу. И потом мне сказали, что их очень напрягают в сфере обслуживания, что они должны там делать хороший сервис, и даже их там вплоть до увольнения с работы и так далее. И вот это, я считаю, это нормально. То есть любой человек, вот возьми даже и Англию, и любую Америку возьми, что если нет такого законодательства, нет таких правил на работе, что ты обязан обслуживать, и если ты плохо обслуживаешь и, не дай бог, там ругаешься или хамишь покупателями, ты под угрозой это стоит увольнение, то я считаю, что если бы этого не было на местах, то и здесь также бы хамили, грызли, наверное, друг друга и так далее. То есть, если я думаю, что это вот зависит не от людей, которые там работают на сервисе, потому что покупатели, вот вообще вот это вот, это вообще тяжелая работа, обслуживание, да, работать. Я сама работала в супермаркетах, и я знаю, как это вот сложно бывает, когда люди очень разные приходят, очень разные. И бывают такие доставалы, что это, ну, просто вот, кажется, невыносимо их выносить. Но, тем не менее, это твоя работа, ты понимаешь, что это твоя работа, и что нельзя, ты не можешь их там послать куда подальше и так далее. И приходится улыбаться, и потом, ну, то есть, обслуживать. И, в общем-то, вот в супермаркетах у нас, я, ну, спокойно была в плане в том, что если мне попался бы, ну, я знала, что если бы мне попался какой-то покупатель такой неадекватный, что он, ну, там, сам хамил, там, тебя хотел что-то невозможного, ну, и так далее, да, я всегда могла нажать на кнопку и вызвать супервайзера. Все, это мои обязанности не входило не хамить, не дерзить с покупателем. Если какие-то проблемы, вызвать супервайзера. Все, супервайзер все улаживал. Вот. И поэтому я была насчет в этом плане спокойна. То есть меня это не задевало никак. Ну, я, в принципе, не помню так особо, чтобы кто-то приходил такой. Ну, вообще, очень разный народ и очень много всяких вот таких ситуаций, когда хочется прям вот в лоб дать, кажется. Вот до такой степени могут насолить, на завести тебя. Вот. И, то есть, и даже и здесь, наверное, если бы не было таких вот установленных правил, что покупатель всегда прав, то и здесь бы тоже, наверное, срывались и так далее было бы. Но правила есть, и их привыкли выполнять. Ну и также в России. Вот. Есть просто милые люди. Я встречалась с такими, которые просто работают хорошо и просто хороший человек. Вот лично знакома с такими, что я ее знать не знала, пришла в государственное учреждение в одно. И эта женщина меня, ну, так мило обслуживала, просто не даже не обслуживала, просто по-человечески разговаривала, объяснила, рассказала. То есть, ну, она просто такой вот человек. Вот. Поэтому я думаю, что нужно вводить правила и как бы жестко их
останавливать до тех пор, пока люди не привыкнут работать так. У нас сегодня тепло, плюс 22. И вот у нас, что хотела, что интересно, англичане, они абсолютно, они вот такие какие-то спокойные, нераздражительный народ. Они вот даже не приучены, то есть их, у них воспитание такое вот с детства. Родители не говорят, не прессуют ребенка, оденься, заболеешь там, простудишься там, так далее, никогда. Дети сами одеваются чуть ли не с годовалого возраста, сами решают, какую одежду им надеть. Вот, они, то есть они не, уже независимы как бы от взгляда родителей, то есть диктаторства тут никакого нет. Так вот, одеваются легко, конечно, с самого рождения, они не знают, что они могут замерзнуть. И одеваются легко и зимой, и летом. И практически вот людей, которые чувствуют холод, вот, допустим, как я, у меня, я очень чувствительная к холоду, вот, таких очень мало. Они все такие вот какие-то, ну я не знаю, закаленные что ли, наверное, с детства. Так вот, я заметила, я была в Испании, и там тоже чуть, очень прям видно по людям, что погода чуть поменялась, все в кофточках, все уже приоделись, все уже самое, ну, то есть реагируют, да. А в Англии нет, им всегда жарко. И вот сегодня плюс 22, и вот по мне так еще такой ветерок холодненький, я вот, ну, там штанишки, рубашечка, и не сказать, что прям жаркое лето. Они уже все в шортах, все полураздетые, в открытых платьях. Ну, в общем, меня это умиляет всегда. Так, что у нас еще? А как вам вообще город Ливерпуль? Можно ли там жить? Ливерпуль прекрасный город, очень красивый, очень замечательный. Мне он очень понравился, я была там только один раз. Ну, конечно, там жить можно, как и везде, во всей Англии, везде можно жить абсолютно. Вот. Но единственное, что вот на побережьях, возле моря, это страшные зимние, зимой очень холодные ветра дуют, сильные причем ветра. И вот, ну, люди живут все равно, он не пустует такие города, они все равно, ну, может, привычные, может, как-то, но вот я бы лично вот из-за такой погоды, только из-за ветра, из-за холодного, сильного ветра, я бы не хотела жить на побережье. Так, левостороннее движение. Для непривычного человека вынос мозга, говорят. Нет. Это только кажется со стороны абсолютно. Вот у нас все, вот кто, кого я знаю из наших стран, да, людей, приезжают и начинают ездить. Абсолютно, ну, я не знаю, очень быстро привыкается, нисколько не напрягает. Просто едешь по другой стороне, ты, ну, то все то же самое, только другая сторона. И нужно просто запомнить, иногда вот идешь, едешь, а машин нету, да, в какую сторону ехать, бывает, так заморачиваются люди первый раз. Но по какой линии, да. Но просто нужно себе запомнить, что ты сидишь вместо водителя посередине дороги, не с краю, и все. То есть не очень это сложно, нет. Вот, а для пешеходов на переходах, вот я когда-нибудь сниму, везде написано look right, то есть посмотри направо, откуда едут машины. Везде написано, особенно в больших городах, в общем.
Так, еще один вопросик. Чем отличаются наши дома вот от славянского типа там в России, в Украине, от западных? Я, знаете, вот даже не могу сказать. Дома очень разные, наверное. Я, в принципе, я вот толком и не помню. Ну, я и не была вот в новых постройках домов в России. Мы уехали давно уже оттуда. Вот, и я уже привыкла к этим домам, к английским. И мне всегда интересно. Сейчас сверну с круга. Чем они отличаются? Ну вот, как сказать, чем? Ну, во-первых, два этажа, да, что нетипично в России. Ну, сейчас строят, конечно, многоэтажные дома там. Но я говорю, я не была ни разу, не видела. Здесь, значит, какой тип домов? Наверху спальни, внизу гостевые и кухня. Вот, обычно это так. Очень редко бывает там, ну, очень редко где-то я видела, один раз, может быть, даже. Кухня где-то на втором этаже, что-то там, или спальня внизу. Вот это очень редко, это нетипично, да. Ну и камин, конечно, вот в английских домах. Старые дома, если заметите, трубы торчат над домами. Вот, это вот камины. Они были издавна сделаны. Давно уже, правда, их не топят, редкий случай. Вот, и в основном их заделывают, и можно даже убрать эти трубы. То есть, вот, и в основном камины, конечно, уже декоративные. Либо они, ну, на газе, либо их можно включить, там что-то, огонек горит, но это декоративные, не дровяные камины. Вот, а дровяные камины остались, может быть, где-то в деревнях, в больших домах, вот, ну, редко очень. Видела один дом, который отапливается дровяными камином, дровами весь дом отапливался. Когда мы искали дом вот этот, мы видели такой дом. Но это вот прямо один-один, это очень-очень редко. Вот. А так чем, я не знаю даже, чем можно отличать от тех домов. Не знаю, не могу сказать точно. Как-то поподробнее бы вопросы. Сколько может стоить две-три спальни, дом в небольшом городе по цене, да? Но цены очень разные. И в отличие, город от города отличается, допустим, Лондон и Манчестер сравнить. Когда мы переезжали в Манчестер, то есть мы жили в Лондоне и снимали комнаты, да, в доме комнаты и жили, и в других комнатах жили тоже люди. И когда стал вопрос купить дом, то мы посмотрели и увидели, что в Манчестере стоит дом намного-намного дешевле, допустим, 3 bedroom стоил тогда где-то в отдаленной зоне, ну, не на окраине Лондона, но там почти, да, допустим, вот к примеру, так я помню, вот то время, вот где-то 3 bedroom дом стоил 170 тысяч. В Манчестере мы купили дом за 60 тысяч, тоже 3 bedroom. Ну, конечно, это район не очень хороший. Вот, и в Манчестере есть дорогие дома, да. Но в Лондоне таких цен не было ни в каких районах. Вот, поэтому точно сказать, сколько стоит там дом 3 bedroom и в каком районе, я не могу сказать. Вот я
видео поставила недавно, предпоследнее где-то, да, дом моей подруги. Ну, вот такой дом, и в том районе она говорит, что он не очень хороший. Не очень хороший. Район у них где-то 1200, 230, 240 этот дом стоит.